Дискотека под открытым небом, массовые фотографии, море улыбок. Типичная картина у военкомата незадолго до отправки. Со стороны так сразу и не поймешь, кто в армию уходит, а кто провожает. В общем, царит своя атмосфера, понятная лишь тем, кто хоть раз был на подобных проводах. Все стоят, все танцуют, всем весело. Только девушки ж плачут, и все. В отличие от веселых друзей, мамы и девушки призывников действительно не сдерживают слезы. Проститься с сыном на год нелегко. Однако правильное отношение юных парней к службе в армии вызывает у родных только гордость. И в этом случае своих эмоций не скрывают и мужчины. Служба в армии – это, скорее всего, подготовка к взрослой жизни, то есть какая-то тренировка дисциплины, скорее всего. Ну все, хорошая служба, спасибо. Спасибо. Ура! Сегодня утром состоялась заключительная отправка этой призывной кампании. На службу ушли 12 ребят. Прощание с родными, проход на посадку в автобус и даже легкий армейский юмор. Все это тоже было. Я надеюсь, у вас в сумках там ничего нет, да, инструктаж провели, все есть, семечки, орехи, ничего такого с тобой заключено, взяли, самогон, шашлык, ты там оставили, сумки назад уберите. В общей сложности в рамках весеннего призыва около 300 новобранцев из нашего города пополнили военные части страны. В основном это центральный военный округ. Нижнекамский военкомат полностью выполнил наряд на весенний призыв. Наряд, установленный военным комиссариатом республики для района, выполнен в полном объеме. Качественные показатели, качественные параметры выдержаны все без исключения. Вадим Струминский, Ренат Харасов. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».